запуск. Трактор Петровича самоделки. Поехала техника. Лопатой копать устал, вот сделал трактор себе. Бюджетный вариант. Вторая! На колесиках сделал зацепики такие из цепей. Есть и запорожевские части здесь. Сиденье, рулевая колонка запорожская. Вот так вот, я так понял, на холостых едет. Потихонечку, не спеша. Петрович, рассказывай, что за мотор, что за модель? Мотор Чемпион, 13 лошадей. Коробка Урал. Первая коробка Урал, а вторая что? Сцепление тоже Урал, мотоцикл Урал. Вторая коробка от Москвича, вроде 2412. Ну, все остальное, как в принципе, классические мини-трактора. Рама-переломка. Да, рама-переломка, узел перелома. У вас рулька, рейка рулевая у нас получается от длинного какого-то руля от запорожца. Тормоза пока механические. Где у тебя тормоза? Тут брат не знает. Хорошо, вот вам задача. Вы управляете транспортным средством. Перед вами неожиданно возникают две фигуры. Девушка и старушка. Кого будете давить? Старушку! Тормоз! Тормоз давить надо! Вот. Отсюда лучше, как будет виднее. Вот отсюда, наверное, да? Да. Тут механизм, тяга. И связаны два колеса между собой. Вот. Через у нас ролик натяжительный для цепи. Ролик натяжительный. Стоят подшипники с капролона. Ну, внутри подшипник обычный, стандартный. Здесь капролоновые ролики. Вот этой гаечкой регулируется, да, все? Нет, регулируется, гайка не регулируется. Тут стоит просто пружина. А, просто пружина. Это цилиндр тормозной.
не знаю, от какой-то техники, обрезанный просто внутри пружины. И в этой гайке просверлено отверстие под шток диаметром 14 мм. Ну, принцип работы такой. Элементарно, ну, просто. Пока, в принципе. Это Петрович готовится к весне. Будет еще вся гидравлика, все обвесы. Просто невероятно. Прыгает выше меня. Вот такие зацепы забубехал. Для зимней езды на рыбалку. Из цепей. Да, цепь, трос. Ну, в принципе, это все есть на YouTube. Спасибо парню из Казахстана. Хорошая идея. Всем до свидания. Петрович, подписывайтесь на канал, кто хочет видеть весенние покатушки на огороде. Огород там края не видно. Михан устал уже лопаты кидать. Вот решил зимой трактор себе собрать. Ну все.